Дорогие друзья, ну вот мы попробуем сейчас в этом месте, внимание, давайте попробуем сейчас в этом месте, в это время, в этот час произвести служение в духе, как получится у нас. Сегодня нет никаких гарантий, что у нас получится. В прошлый раз мы жестко облажались и получили несколько ударов по лицу и другим частям тела. Даже попали в больницу, но выздоровели и снова пришли к вам мучить ваши уши и другие органы тела. И сегодня для вас мы подготовили несколько звуковых композиций, музыкально-инструментально-текстовых композиций на разные темы нашей жизни. Эти темы, может быть, обрадуют кого-то из вас, а может быть, огорчат, а может быть, кого-то из вас они оставят равнодушными, а может быть, кого-то из вас они даже разозлят. И вот сегодня для вас мы попробуем, если я не забуду текст, а Сергей Карлович не сломает пульт, мы попробуем для вас выступить вот примерно в этом режиме. И удивительное дело, к концу нашего выступления дух снизойдет на всех вас. Что это за дух, никто не знает, но он снизойдет. И вы уйдете уже из этого помещения не такими, какими пришли в него. Уйдете ли вы из него более лучшими, как говорят у нас на Руси, или более худшими, как раньше еще никто не говорил, но теперь я сказал, хрена неизвестна, неточная информация об этом, наука ответа не дает. И мы сейчас попробуем для вас в этот громкий микрофон, не очень слыша сами себя, потому что нету мониторов, но это не важно. Будем сейчас для вас в духе, дорогие друзья, неизвестным творческим коллективом выступать. Очень известный спецгость у нас сегодня. Медиа-удар сегодня для вас. Выступление начинается с удивительной композиции. Господи, прости, я не знаю, что я сейчас буду делать. Как свести все? С удивительной композицией, которая называется «Третий Рим», вы подумали, но это не Рим, это третий Вавилон. Он, это он. Здесь мы выросли, здесь и живем, здесь и будем жить, пока не умрем. Здесь мы выросли, здесь и живем, здесь и будем жить, пока. Эти стаканы свистнул, здесь паспортный режим. И вот уже на нарах ты лежишь недвижим. Здесь есть и власти, деньги, и ум, и русский дом, и московский комсомолец за левым плечом. Здесь прямо на Лубянке торговали героин. Здесь расстреляли танки, парламент один. Коммерческие банки взрывают без ножей. По пушке бродят банки, похожи на бомжей. Не Булка, а потом здесь 9 миллионов полицейских вагон. Здесь все аэропорты засут из неба кровь. Для 9 вокзалов 10 жизней на доль. Глубокое метро спускался не спеша. И в темных коридорах пропадала душа. Здесь надорого продаж любой дешевый продукт. Вокруг не третий Рим, а третий Вавилон. Здесь мы выросли, здесь и живем, здесь и будем жить, пока не умрем. Здесь мы выросли, здесь и живем. Девочки запутались в полах, ее деликатесы на больничных столах. Святая Богородица, великий Аллах, ее деликатесы на больничных столах. Хирург подходит к мясу и делает наркоз, поэт ответа не дает на один вопрос. Хирург подходит к мясу и делает наркоз, поэт ответа не дает ни на один вопрос. Здесь мы выросли, здесь и живем, здесь и будем жить, пока не умрем. Здесь и будем жить, пока не умрем. Здесь мы выросли, здесь и живем. Здесь и будем жить, пока. Здесь мы выросли.